Друзья, всем привет. Меня зовут Фатехов Руслан. Это видео из серии «Короткие ответы на один или два вопроса». Сегодня я вам расскажу о том, как изменить темп проекта и как плавно понижать или повышать темп проекта. Я закинул вот такой вот регион. Нажимая клавишу L, он переходит в режим лупа. И теперь, чтобы из этих лупов сделать один регион, я нажимаю клавишу J. Вся работа с темпом происходит в меню, которое открывается через вот эту вкладочку. Появляется несколько параметров. Мы оставим только темпа. Соответственно, мы уберем галочки с Arrangement, с Marker и Signature. Можно потянуть за край окна и увеличить дорожку с темпом. Допустим, нам нужно, чтобы темп изменился здесь. Кликаем на нашу линию с темпом. Появляется точка, которую мы можем перетаскивать вниз и вверх. Таким образом, меняет темп проекта. Давайте проверим. Одновременно с тем, как вы создаете новую точку, указывая новый темп, создается и вот такая точка, которая нам дает возможность менять темп плавно. Точно так же кликайте мышкой на эту точку, держите, перетаскивайте в нужное вам место, и вы видите, что появляется вот такая вот огибающая. Давайте послушаем, как это работает. Я начал с более высокого темпа и ушел в темп почти в два раза медленнее, чем оригинальный. На этом все. Спасибо. Пока.